вентиль насаживается на самозатягивающийся болт, при этом сам вентиль должен ходить в посадочном месте свободно. Гайка наживляется до момента, как она перестанет крутиться, при этом сам датчик болтается на диске. И у многих монтажников создается впечатление, что гайку дальше невозможно затянуть. Они боятся сломать датчик и отказываются устанавливать. Это ошибочное мнение. Берем трещотку, закручиваем гайку, вентиль прокручивается за счет упора внутри гайки. В момент, когда упор станет правильным, гайка проламывается и затягивается до конца. Датчик установлен.